Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на канале «Голос Силиконовой долины» Светлана Портнова. И сегодня мне хотелось бы поговорить на тему, которая была навеяна одной из реплик на наше предыдущее видео, где человек попросил, чтобы не только мы вдвоем высказывались по каким-то вопросам, но еще чтобы мы, например, приобщили к этому еще кого-то, Софию там или еще кого-то. То есть людям хочется услышать больше мнений и высказываний на интересующие их вопросы. В этой связи мне хотелось бы сказать вот что, что немножко объяснить нашу миссию, вообще, как мы себя видим вот в этой роли, почему мы это все делаем. Это совершенно не финансовый проект, а мы это делаем вот по какой причине. Дело в том, что я уже в одном из видео говорила, что смысл человеческой жизни, жизнь становится осмысленной тогда, когда человек работает на отдачу. И вот мы, делая эти видео и наблюдая, насколько наши советы могут быть полезны, получая, в общем-то, какие-то позитивные отклики, видим свой вклад и в изменение жизни других людей. И это приносит колоссальное удовлетворение и наполняет нашу жизнь абсолютно другим содержанием. В то же время хотелось бы сказать, что и вы тоже не являетесь просто зрителями, наблюдателями, это не телевидение. К счастью, интернет дает огромную возможность участвовать и писать комментарии. И я лично вижу вот наш этот канал как некоторое сообщество людей, у которых объединяет общность взглядов. И это очень важно, потому что мы как люди, это то, что нас отличает от животных, мы существа социальные. Нам очень важно иметь адекватное, полноценное общение, которое не всегда возможно обеспечить за счет ближайших там друзей, соседей и так далее. Тем более, что сегодня жизнь такая сложная, и бывает даже семьи разделяются по каким-то взглядам на какие-то сложные вопросы, и люди не могут найти взаимопонимания и полноценного общения даже внутри своей собственной семьи. В этом смысле интернет дает, конечно, колоссальную возможность людям найти себя, найти себе адекватную среду, где им приятно проводить время. И в то же время не быть просто пассивным созерцателем и наблюдателем того, о чем вот мы такие гуру такие вещаем. Хочу, чтобы нас не воспринимали в таком ключе. Мы обыкновенные люди, ну, с каким-то жизненным опытом, с каким-то багажом знаний, но не более того. Мы можем точно так же заблуждаться, как любой другой человек, потому что наша жизнь, она может быть где-то была недостаточно опыта накоплена в каком-то конкретном вопросе и так далее. И поэтому ваша оценка нам очень важна, и хотелось бы тоже слышать ваше участие. Я уже вижу, уже это участие проявляется, когда на какой-то поставленный вопрос, а мы стараемся ставить те вопросы, которые люди нам задают, вопросы непростые, иногда они такого более как бы широкого плана, чем ответ просто на вопрос. Это вопросы по жизни. И вы сами на них начинаете отвечать. И меня это очень радует, потому что это создает такое интерактивное сообщество, где люди, с одной стороны, понимают друг друга и находятся в целом на одной и той же платформе. И, с другой стороны, помогают другим людям. Нам ведь очень важно, когда мы находимся в обществе людей, это дает нам колоссальную моральную поддержку, когда у нас есть какие-то мысли, и мы хотим проверить адекватность этих мыслей. И мы высказываем эти мысли вслух, и вдруг кто-то что-то сказал, и кликнуло, и повернулось. Ага, вот так надо было сделать, вот так нужно было додумать. И это колоссальное подспорье для людей, которые могут быть не так сильно уверены в своих силах, которые хотят получить подтверждение своим мыслям. Они, может быть, даже мыслят очень правильно, и все очень хорошо, но им хочется, чтобы кто-то сказал: да, ты правильно мыслишь, а кто-то, может быть, даст им какую-то идею, за которую их мысль зацепится, и они пойдут в своем каком-то направлении. И мне очень приятно, что вот у нас складывается потихоньку, не быстро, такое сообщество людей, где, ну, скажем так, это канал, это некоторая такая интерактивная среда, где приятно находиться. Для нас это очень важно, и очень важна ваша оценка, и мы вас все очень любим. И, собственно, мы это делаем, ну, мы это делаем в первую очередь для себя, потому что нам это приятно делать. Но очень приятно, что то, что мы делаем, оказывается полезно другим людям.
И в этом, пожалуй, есть вот великое, и когда мы говорили о смысле жизни на отдачу, да, то суть этой жизни состоит в общении, да, и когда вокруг нету адекватных людей, и ты ощущаешь пустоту вокруг себя, это тяжелое состояние, ты не чувствуешь поддержки, ты чувствуешь себя одиноким, и вот эта поддержка, она бывает очень важна людям, и может даже как-то их вывести из состояния не очень хорошего, а эти состояния нехорошие бывают сплошь и рядом, вон, человек что-то у него не получается, он загнал себя в депрессивное состояние, вообще не может ничего делать. И наличие вот такого круга людей, где ты понимаешь, что к тебе относятся с поддержкой и с пониманием. И самое главное, что когда взгляды общие, да, то есть у нас на канале люди не ругаются, мы достаточно интеллигентно обсуждаем всякие вопросы. Ну, где-то мнения могут не совпадать, конечно, мы на то и люди, на то мы все разные люди, чтобы мнения не совпадали. Но тем не менее, по большому счету, мы все-таки мыслим одинаково, и это очень важно, что есть единомышленники, что не все попадают под зомбирование, которое, в общем-то, сегодня навязывается, и как-то адекватно оценивают общую ситуацию. В этой связи хочу сказать, что помогайте нам создавать эту среду, работайте с нами, и вы получите такое же колоссальное чувство удовлетворения, когда вы увидите, что и ваши слова, они кому-то помогают, что и вы тоже это можете, и это поможет и вам самим подняться на какую-то более высокую ступеньку, потому что ведь мы же развиваемся постепенно, возникает какая-то проблема, возникает какой-то вопрос, мы начинаем усиленно думать на эту тему, мы начинаем слушать других людей, у нас появляются какие-то свои мысли по этому поводу, мы эти мысли выплескиваем, допустим, вот в виде комментариев и так далее. И это помогает нам переосмыслить проблему, и мы уже начинаем думать немножко по-другому, мы стали немножко богаче, немножко более развитыми, на свою жизнь смотрим по-другому и как-то находим ключи к решению каких-то собственных проблем, глядя на то, какие проблемы встречаются у других людей. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы есть. Вот, и хочется, чтобы вас было больше, чтобы это было приятное место, куда можно прийти и поделиться действительно чем-то и найти помощь у людей, и ну, где-то время приятно провести, где-то посмотреть настройку на что-то, то есть это, возможно, различные варианты, а где-то и поговорить на такие серьезные темы, на которые каждый день, наверное, трудно найти собеседника для разговоров. В этом смысле не хотела бы нас, чтобы вы нас рассматривали просто как кладезь информации, а просто как один из вариантов ответов, точно такой же, как может дать любой из вас. И поэтому мы с вами все соратники, мы все делаем одно большое дело, мы все создаем свою среду и свою комьюнити, где нам всем приятно быть. На этом закончу. Спасибо большое. Пока.